Что подарить людям, чья профессия – оперативно появляться на месте чрезвычайного происшествия и спасать людей? Конечно, новый рабочий транспорт. В пятницу, в преддверии 25-летия создания МЧС России, городской аварийно-спасательной службе вручили ключи от двух автомобилей. Подарок от Ивановской мэрии. В столь непростое время выделить дополнительные бюджетные средства, вы понимаете, это надо, значит, у кого-то сократить, кому-то прибавить. Но, тем не менее, мы нашли эти деньги. Эти люди, они в первую очередь приходят на помощь гражданам. И от того, как быстро они придут на помощь и окажут эту помощь, зависит здоровье и жизнь наших граждан города Иваново. Подарок ивановским спасателям очень пригодится. Две из трех рабочих машин постепенно выработали свой ресурс. Их заменят эти два железных коня. Оба полноприводные, а значит, им не страшно бездорожье. Каждая из машин укомплектована по последнему слову аварийно-спасательной техники. Генераторами для выработки электроэнергии. Мощность каждого генератора по 4 киловатта. Оборудована гидравлика. Один автомобиль у нас импортного производства, это фирма Weber, производство Австрии. Второй наш отечественный, это производство наших фирм отечественных, Спрут, называемый так, гидравлика. Также имеется осветительная аппаратура. Два новых спинальных щита. И все же на профессиональный праздник спасателям принято желать, чтобы оборудованием приходилось пользоваться как можно реже. Меньше вызовов, меньше людей, оказавшихся в беде. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.